Казанский базар – это не только концерты, выставки, ярмарки и перформансы. В первую очередь, это конкурсы. И сегодня первый полуфинал международного детского конкурса «Витязь-2016!» Я бы хотела пожелать победы всем ребятам, потому что все ребята безумно классно поют. Вот, и пусть не переживают, у всех все получится. Ты такая красивая приехала к нам. Из Эстонии, Таллин. А с какой песенкой ты сегодня выступишь? Ну, первый день я буду петь «Паль Гапаев» про конфеты. Я уже здесь, я пою эту песню на сцене, и это уже для меня приз. Я, если честно, когда была в стрессовом состоянии, я даже не помню, как я выступила. Но я знаю, что я выложилась на все 100. Я очень старалась, чтобы достойно представить нашу республику. Поначалу было очень такое волнение. Конечно же, я отошла от всех, взяла себя в руки, поговорила сама с собой, попросила у Боженьки, чтобы он мне помог. Я посмотрела на других конкурсантов, как они выступают, и я поняла, что это очень достойный конкурс, и мне он очень понравился. Мне понравилось, что здесь очень честно жюри. Я из Германии, и я буду петь «Хейо, мама». Кого из участников из 20 ты можешь назвать своим самым главным соперником? Главным соперником? У меня нет соперников, все мои друзья. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.